Всем привет, вы на канале Wild Fox, и так как через день уже лето, то я предлагаю снять вам такое видео. Лето ожидания и реальность. Ну что ж, поехали. Поездка на море, ожидания и реальность. Ну наконец-то мы на море. Такое оно теплое, вода такая хорошая. Давайте плавать быстрее. А пока поплаваем, давайте потом будем загорать. Ну все, я наплавалась, наверное, сейчас пойду загорать. Вау, песок такой теплый. Наверное, лежать на нем очень приятно. Да, вау, сплошное блаженство. Мам, а давай поедем на море? Ты чё, какое море? У нас нету денег. Вон в озере нашем поплавай. Чем тебе не море? Ну, мама, ну там нету даже песчаного берега. Да какой песчаный берег? Вон трава, вон песок. Чем тебе не песчаный берег? У нас нету денег. Поплаваешь в озере, ничего с тобой не случится. Ну так нечестно. Ладно, зайду в это озеро. Там, наверное, еще и это дно колючее. Ай, вода холодная. Ну как тут купаться? Разговор с мамой. Ожидание, реальность. Мам, а можно я пойду погуляю? Лето же на дворе. Да, конечно, можно. А я пока пойду делами заниматься. Ура, наконец-то я на свободе. Как же хорошо, птички поют, солнышко блестит. Мам, а можно я пойду погуляю? Какой гуляй, у нас грядки не вскопаны, кто их копать будет, пропалывать кто будет, у нас столько работы, а ты сидишь прохлаждаешься, тебе бы лишь бы погулять. Ну-ка быстро иди полой грядки. Ну вот, ну как это пропало? Тут такая земля твердая. Пикник с друзьями. Ожидание, реальность. Ребята, у нас такой вкусный лось. Мы его так хорошо словили тут. Он такой вкусный. Прям объедение какое. Ай, да что же эти комары-то приставучие такие? А, ну-ка отстань от меня. Ну быстро отстань. Ну, так, я не поняла. А куда лось-то делся? Вы его что, съели что ли? Ну так нечестно, ну ребят. Плетение венка. Ожидание, реальность. Лола, а ты умеешь плести венки? Да, конечно, умею. Пойдем цветы собирать. Да, пошли. Так, вот тут хорошие, вон там вон полянка есть. Давай его сейчас наберем и вот сядем под то дерево и будем там их плести. Так, у меня уже что-то начинает получаться. А у тебя? Да вроде бы тоже что-то получается. Так, угу, все, у меня готово. Вот такой вот венок у меня получился. А у меня вот такой. Класс. Лола, ты умеешь плести венки? Да, умею. Пойдем под то дерево сядем и будем плести. Да, давай. Я уже набрала цветов. Пошли. Так, садись. Что-то у нас ничего не получается. Да, ты же сказала, что умеешь плести венки. Я такого не говорила. Да уж, наверное, плетение венков это не для нас. Пойдем. Пойдем. Занятия летом. Ожидания. Реальность. О, ребята, пойдемте гулять. Давайте, догоняйте меня. Давайте сейчас подберем какую-нибудь просторную полянку и будем там играть. Да, давай. Быстрее, бежим. Бежим. Мам, а это что за шкаф такой? У нас что, ремонт что ли дома? Какой шкаф? А, ты про это? А, это твоя литература на лето. Ты что, не знала? Вот тебе это все надо прочитать. Ну а на этом все, ребят, я надеюсь, что вам очень понравилось это видео, я очень над ним старалась, лично мое лето обычно превосходит все мои ожидания, ну а ваше, обязательно напиши в комментариях, какое ты ждешь лето в этом году. Всем пока!